Это я недавно старушку переводил через дорогу. Перевел, она говорит, непростая я старушка. А вот теперь все, что подумаешь, это сбудется. Я даже подумать не успел, стакан у меня уже в руке. Кругом народ, я думаю, здесь мне водка поперек горла встанет. Только подумал, она встала. Я так кашляю, думаю, лучше бы я подумал, что я в Мерседесе еду. Смотрю, еду. А водить-то я не умею. Я думаю, все, сейчас в столб врежусь. Откуда ни возьмись столб посреди дороги. Я влево, он влево. Я вправо, он вправо. Я думаю, все, каюк пришел. Нажал на тормоза, милиционер подходит. Лейтенант Каюк. Ваши права. Я думаю, что же я ему шиш покажу. А помнится, не успел, показываю. Прямо в нос ему сую. Думаю, он меня сейчас арестует. А я мог бы сейчас на Кипре спокойно сидеть. Смотрю я на Кипре. Сижу, но в тюрьме. Я думаю, во вляпался. Только подумал, смотрю, встаю в чем-то. И когда сообразил, в чем аж, до потолка подпрыгнул, думаю, скорее бы с этого Кипра подальше. Смотрю, кругом снег, тишина. Я думаю, озвереть можно. Смотрю, у меня ноги лохматые, с когтями. Я думаю, скорее бы в Москву. Открыл глаза, я в Москве, но в зоопарке. Кто-то тычет меня пальцем, говорит, озверевший гомо сапиенс. Водится на Северном полюсе, кличка Фимка. Я думаю, скорее, хочу стать тем, кем родился. Открыл глаза, я дома в колыбельке лежу. Думаю, сейчас жена меня увидит, в обморок упадет. Пу, упала! Я думаю, скорее бы кто-нибудь из близких ей помог. Смотрю, открывается дверь. Входит ее начальник. Начинает ей помогать. Я думаю, у меня одна стерва, а я мог бы сейчас в гареме кайфовать спокойно. Смотрю, я в гареме, и мне спокойно. Потому что я евнух. Ну, хорошо, что еще не женщина, вот так бы подумал, что... Смотрю, я мать-одиночка на третьем месяце. Я думаю, ну почему я не подумал, что хочу стать олигархом? Смотрю, я олигарх. Но место какое-то подозрительное. Я говорю, где я? Мне говорят, в матросской тишине. Вот 200 томов вашего уголовного дела. Когда прочитаете, через 10 лет можете быть свободны. Если против, обращайтесь в басманный суд. Они вам еще почитать дадут. Я думаю, вот если бы я сейчас заново эту старуху встретил. Смотрю, стою на перекрестке, а навстречу мне та же бабулька идет. Милый, переведи меня через дорогу, я тебя отблагодарю. Нет, топай, бабка, сама. А мне и так неплохо.